Более 25 тысяч жителей Архангельской области станут участниками акции «Бессмертный полк 9 мая». О подготовке к празднику Победы сегодня рассказали журналистам в правительстве региона. В столице Поморья колонна из 20 рот пройдет 15 тысяч человек. Пока на изготовление штендеров принято 1500 заявок. Не обязательно надо было изготавливать штендер. Мы понимаем, что если он был изготовлен 6 лет назад, то с ним можно спокойно прийти. Если даже нету штендера, есть фотографии, есть большое желание принять участие в данной акции, то можно прийти и с фотографией. Только в Архангельске 9 мая пройдет больше 30 мероприятий. В 11 часов к памятникам возложат цветы. Далее народное гуляние, соревнования, концертная программа и акции. Среди них рекорд победы. Архангелогородцам предстоит отжаться 26 663 раза. Ровно столько дней назад закончилась Великая Отечественная. Серьезно очень подошли к организации торжественных событий. И постарались сделать так, чтобы наполнить праздничный день такими интересными, запоминающимися вещами, которые были бы интересны и старшему, и младшему поколению. Завершится День Победы праздничным салютом в 22 часа.